верьте всяким разным СМИ, которые накручивают о том, что все плохо, все пропало. И не спешите создавать хаос и очереди. Я думаю, если iGov заработает, они, я так понимаю, по-моему, запустили функцию внесения изменений по юрлицам и ФЛП в электронном как бы варианте, но она такая пока в тестовом режиме, она постоянно, я пробовал, ошибки выдает. Но если они раскрутят эту функцию нормально, то, может быть, нам и не придется скоро в ближайшее время бегать и где-то еще там в очередях стоять и по 100 гривен в конверте регистратором оставлять. Улицы уже окончательно переименовали? Улицы переименовали окончательно, районы переименовали окончательно. Вот недавно свое право переименовать несколько улиц использовал уже глава облдержадминистрации, потому что до 19 мая это было в его полномочиях, он это право использовал, оставил свой след в истории, так сказать, поставил какую-то жирную там точку, скажем так, что я тоже здесь расписался, 3 или 4 улицы он переименовал. Еще не все переименованы. Еще, конечно, не все переименованы, но, по крайней мере, лед тронулся. Кто как, я не знаю, здесь сидят противники переименования, сторонники. Я все-таки, наверное, ближе сторонник переименования. Да, не таким образом, чуть-чуть там по-варварски и так далее, быстро и хаотично. То есть надо было это делать планомерно с 90-х. Но есть как есть, поэтому...